С сегодняшнего дня в Кузбассе стартует разработанная по поручению губернатора Сергея Цивилева программа лояльности при посещении горнолыжного курорта Шерегеш. Правда, предложенные этой зимой скидки едва ли можно назвать программой в полном смысле этого слова. С 18 января в тестовом режиме запускается лишь первый этап – дисконт 10% на разовый подъем на одном подъемнике в секторе. У нас аккумулирующим звеном будет наша вновь созданная организация, дирекция курорта Шерегеш. Алексей Михайлович Стоянов руководит этой работой. В нее мы объединяем предпринимателей, которые будут предоставлять скидки жителям Кемеровской области Кузбасса. Значит, в первую очередь, Сергей Евгеньевич, мы запускаем скидки на разовый подъем на одном пока подъемнике в секторе Е. Через неделю мы посмотрим, как это будет работать, запустим еще один подъемник, так называемая подбрасывающая канатная дорога, Гешфлай. В дальнейшем, но тоже в тестовом режиме, мы запустим скидку на дневные скипасы, чтобы человек уже мог не разовый подъем купить, а купить полноценный скипас со скидкой. Программа лояльности доступна только для жителей Кузбасса старше 18 лет, имеющих регистрацию на территории и банковскую карту. Для скидки нужно зарегистрироваться в программе. На первом этапе, чтобы свериться, что житель, которому мы предоставляем эту услугу, действительно кузбассовец, будут работать точки офлайн-регистрации, то есть нужно прийти в эти точки физически. Таких точек у нас по Кузбассу будет 19, 3 из них будут работать в Шерегеше. Эти точки будут забрендированы в специальном фирменном стиле, там гражданин должен принести с собой паспорт, СНИЛС и номер банковской карты. Один раз проходит гражданин регистрацию в этой системе, после этого номер его банковской карты привязывается в систему лояльности и автоматически при приобретении продуктов, которые указаны в системе лояльности, он получает скидку. То есть это не кэшбэк, это моментальная скидка, которая происходит здесь и сейчас. В перспективе предусмотрено расширение числа предпринимателей, участвующих в программе лояльности, а следовательно расширение спектра услуг, подъемники во всех секторах Шерегеша, прокаты, гостиницы, кафе. Планируется введение повышенных скидок для многодетных семей и других социально незащищенных категорий. Программа лояльности в дальнейшем будет учитывать сезонные колебания. В периоды низкого сезона и будние дни будут предоставляться увеличенные скидки. Галина Ильина, Ленинск ТВ.